Не было такого, что я поняла сразу же, что я на пране. У меня этого не было долго. Я не мог, у меня, как у некоторых, там открываются какие-то способности, еще что-то. У меня долго ничего не открывалось. Я 2 месяца была без еды и без жидкости. 3, потом 4, потом 2,5, и вот сейчас. И когда вот я была на 4 месяцах, уже на 4 месяцах без еды и без жидкости, когда ко мне начали открываться определенные способности, которые есть в каждом из нас, то я понимала, что как бы когда они все открылись, а я же ими управлять не могу, я чуть с ума не сошла, я понимала, что меня сейчас в психушку заберут. То есть я даже стоять не могла. Но это я тебе завтра скажу, что это надолго. Вот завтра про вибрации поговорим, я как раз расскажу вот это вот. И я вышла на еду, потому что я понимала, что я даже стоять не могу, не было координации, вестибулярный аппарат полностью был нарушен. А когда уже вышла на 2,5 месяца, перед вот тем, что сейчас, то там я уже поняла, что какие у меня есть возможности, какие есть способности. И вот эти вот все осознания, они начали приходить. То есть вот это вот пробуждение у меня пришло, вот когда было 2,5 месяца, а когда вот это вот просветление, как говорят, оно пришло не так давно, через 6 месяцев, вот в этот раз, когда просто сидишь, и тебя вот светом все озаряет, и ты понимаешь, что у тебя больше нет ни единого вопроса, есть только ответы.